В январе Молдова будет платить за российский газ 647 долларов за 1000 кубометров. Это на 100 долларов больше, чем было в декабре. Жители Молдовы за декабрь получают рекордные платежки. Делятся в интернете, у кого цифры больше. 2111 леев. Столько житель Кишинева потратил в декабре на отопление небольшой съемной квартиры. Он показал квитанцию, которая пришла пару дней назад. Решил достать старые платежки, и оказалось, в феврале прошлого года за отопление в этой же квартире мужчина платил 1287 леев. В ноябре было 1869, сейчас 2111 леев. За январь будет еще больше, если учесть, что Молдова теперь покупает газ еще дороже. Новый контракт с «Газпромом» Молдова подписала в конце октября. На тот момент цена на газ для Молдовы была 450 долларов за 1000 кубов. По условиям контракта цена на газ плавающая, то есть она зависит в том числе от средней цены на газ и нефть. Газ в мире не дешевеет. В Европе держится у планки 1000 долларов, а цена на нефть растет с начала декабря. Последний всплеск связывают с ситуацией в Казахстане. Еще одна новость из Молдовы. Поставщик электроэнергии в центре и на юге страны требует у Национального агентства по энергетике повысить тариф. Сейчас 1 киловатт для населения стоит 1,5 лея. Тариф просят поднять почти в 2 раза, до 2 леев 79 банов. Причиной называют все тот же рост цен на газ.